Привет, уважаемые коллеги! В эфире новая серия по поводу ремонта Чебурашки. Такого вот неопознанного старенького раритетного точильного станка. Сейчас собирался ставить камни и думать, что делать с подручниками. Но традиционно что-то пошло не так. А что пошло не так? А вот что пошло не так. Когда я тут пытался, мучився снять шкивок, он каким-то неведомым образом, в общем, не просадился. И теперь не хочет нормально фиксироваться на конусной посадке. Надо что-то придумать, чтобы он не тіліпався тут. В общем, начало оно тіліпатися. Вперед, назад. И трошки так. Незадача. Пытаюсь разобраться в этом способе крепления. Вот он туда ныряет, аж бегом. Получается, что он впирается резьбой. А надо, чтобы оно впиралось вниз лунки. То есть, туда надо какой-то вкладыш сделать, по идее. Да, а если это открутить, то он хвостик только на 4 мм торчит. Значит, вот вообще отлично. Заглубление 4 мм, не больше. Диаметр того пиптика 8,1, а отверстие 8,5. Никак не пойму, как оно тут крепится. Ну, попробовать что-то туда в лунку вкладыш сделать. Может быть, оно и держатиме. Делаю такую вот пробочку туда, чтобы подкласти. И у меня случилось вот это. Честно говоря, це в мене перший раз за всю мою токарну практику, щоб цильняковий різець бистрореза просто отак от одламало. Я дуже удивлен. Вітаю, заложив туди той обрезок. Во. Возможно, я просто не понимаю, як ця штука должна фіксуватися, як вона должна работати. Ну, по-моєму, саме должно бути воно. Упреться воно через ту проставку в донышко. И должно розклинити шкив на валу. Но опять же, це, якби він був циліндричний, воно б не з'їхало. А як на конусі буде держати, это, конечно, вопрос. Вроде затянулось, вроде зафіксувалося. Винтик із лунки не торчить, это хорошо. Затянув його так капітальненько. Ну, подивимося, держатиме, то будемо думати ще щось. Що таке дурнувате рішення на конус посадити. Ну да ладно, яке є. То ж таке діло. Так, ремні зараз на місто. А, сразу ж. У мене тут ще... О, ще треба сюди гужон зробити. Із болта. З болта винта. Для того, щоб мінімізувати бієння отут на шківові. Був болтик з головкою, зараз буде без головки. Трошки в мене подлінні його не хватає. Трошки болгарської музики. Получився такий пропил под отвертку. Тут проточка до 6,5. Якраз через різьбу воно пройде. І упреться в нижній гужончик. Чи то установочний винт. І буде як противовес. От і все. Установочний винтик-грузик установлений, вкручений, затянутий. Можна нацепляти ремні, натягувати їх. Так, Чебурашка в розетці. Поки так. Все разгоняется, все крутится. Это замечательно. И ничего тут не цокотит, бо тут шкив тоді мене цокотів. Тепер надо сейчас поправити там везде резьби. И будем пробовать по одному камню відставити, пробовать разгоняться с камнями. Итак, камень сюда прикрутився. Камень б'є. Ну, як без того. Його треба вивіряти по-хорошому. Потом правите. Б'єння невелика. Ну да ладно. Зараз ставлю сюди кришку. Прикручую її. Будемо пробувати стартувати з одним камнем. Так, одна защита прикручена. На що теряється время? На те, щоб зачистити різьби. От там в пластинах. І на самих винтиках. Фух. Цього всього не видно. Ну що. Включаємо розетку. Пробуємо стронути його. Історичний момент. Чебурашка впервые запускается с камнем. Ага. Запустился, вращается. Каменюка бьет. Этого стоило ожидать, в принципе. Еще надо будет и править эту каменюку.
Кстати, я забыл вам показать кое-что важное. Это вот другой круг. Надо его проверить на то, чтобы в нем не было трещины. Как внешним осмотром, но вы можете и не побачить. Но самое правильно, вот так вот его подвешиваешь. Если он звенит, значит в нем все в порядке. Если в нем есть трещина, он звенить не будет. То будет либо хряскающий звук, либо глухий. Звенить, значит с ним все в порядке. Так, це в мене деренчить мале точило, бо я тут гайку трошки фаски снимав. Если круг ширший, так як ось він ширший, чем оцей, то тут блинці местами меняются. В итоге получается такая ямка, проточка, и туда можно глибше так вот закрутить гайку. Вона ж не должна быть на двух нитках буквально висіти. А вот так вот должна, чтобы наверняка там резьбы хватило. Так, теперь попробуем чебурашку запустить с другой стороны, с двумя кругами. О, так разгоняется дольше. Естественно, что инерционность кругов больше. Но крутится. Все нормально, все вращается. Попробуем его выключить. Оце такий вибір, ну це поки що круги не відбалансовані. Як відбалансується, воно буде все швидше, все буде краще працювати. Пробуємо ще раз. Ух, як породісто. Звісно, якщо б двигатель на три фази на повноцінних включити, то взагалі буде б отлично. Ну, поки що через конденсатор. Якось так. Ну що, попробуємо точнути. О. Попробуем теперь тут высекать искру. Ну, собственно, вот. Как вы понимаете, он не пытается останавливаться. Такая чебурашка. Я думаю, пользуясь случаем, сделаю сейчас заглушки в электрощиточок и в электродвигатель. Такого пластика, когда кто-то из коллег мне прислал, то он мне очень много раз уже пригодился. Во, готово. Отрезано. Натяг совсем невеличкий. Надеюсь, застукается и не лопнет. А, фиг там. Не хочет. Может быть, просто наперекосяк идет? Может быть, может быть. Не получается с-под молотка залезть под пресс. Ой, ой, ой. Как говорит одна моя коллега, дурный той, кто не пре. А мы прем. И, в общем-то, довольно-таки удачно прем. И пробка в мотор. Вообще-то, ее по-хорошему надо сделать с резьбой, но мне лениво ее резать. О, така от пробочка. Вообще офігительний такий матеріал. А десь глушки пластикові діла, то саме воно. Не знаю даже, як воно називається. Тепер либо пропил зробити і вкрутити його по різьбі, либо просто його забити. В общем, я прикинув, що якщо його розпиляю, то воно може в мене лопнути, коли закручу. Тому від того я його забив. Нічого страшного, я думаю, з різьбою не буде. З цієї алюмінієвої. Тим більше тут натягу по пластмасі. Аж півтори десятки. Ну, примерно. Все. Глушка заглушена. Пиль не попадатиме. Будемо двигатись в сторону подручників.